Всем доброго здоровья и привет, аппетит, сейчас кушает с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня будет игрушка под названием Мини-лайф турнамент. Да, в общем, это такая некая стратегия, где вы сражаетесь команда на команду. Если что, мы с Юлей будем, он жулик бегает. В общем, мы прошли обучение, как раз вы просили игрушки на андроиде, но это Steam-версия, если что. То есть раньше игра была на Android и iOS, а теперь вышла, ну пока демка. Ну пока как написано демка, да. Да, но в 2024 вроде должна полная версия. В общем, видите, смотрите, что вы должны делать. Собирайте ресурсы, относите их в замок. Если что, Юль, по лестнице, где вот аура появляется, ага, жмешь Е, чтобы использовать. Каждое здание можно прокачать, строите новые здания, потом выбираете героя и сражайтесь. То есть, по сути дела, как это называется, моба плюс... Не моба, а стратегия. Ой, ой, здесь уже фермеры идут. Короче, вы можете вначале построить повозку. Вон, чуваки нам помогают, союзники. Вы туда ресурсы быстренько скидываете и отвозите. После этого благополучно... А где повозка-то? О, ну, чуваки ее возят. Ну, я советую тебе не покупать. Союзники гоняют с ней, если что. Я тоже тут таскаю всякое. То есть вначале вы отстраиваетесь, а потом начинается мясо. Так что вот тут, видите, катапульта есть, фабрика снарядов. Так что еще вон казарма есть. Кстати, у нас казарма не построена. Я строю казарму. Я вижу врагов. Юля, Коря, не подходите. Я видела, они... Далее, лесописка есть у нас. Я ее тоже строю. Извините, союзники, я что-то не так делаю. Но я... Уже, кстати, кто-то у нас превратился в героя. Герои, кстати, тоже могут переносить ресурсы. Вначале герои не все, как понимаю, открыты. Их нужно открыть. Куча всяких обликов. Вот у меня есть гризли и лучница. Квилл. У них, естественно, есть свои навыки. Все очень даже симпатично, я бы сказал, выглядит. И я уже, Юль, если честно, превратился в героя. А вот это что такое? Нужны детали для починки. Прикинь, тут можно потом будет кого-то... Юль, да видишь, какой я крутой уже. Да, сейчас я тебе вижу. Помогу. Миш, смотри вот эта штука. Вот а здесь. Я даже не знаю, он, кстати, что враг. Такое. Я сейчас доколебусь до него. Иди сюда, вражина! У них, естественно, есть башни. О! Завалил одного и второго. Слушай, а почему, кстати, ты герой, а я... А ты можешь перестроиться. А! На меня напали! Помогите! Блин, а как я помогу? Я ничего не сделаю. Это я уже образно говорю. А надо подойти в казарму. Так, давай я тоже кирпичей соберу здесь сколько-то. Ты бы хоть камни захватил бы. Ну ладно, заби уже, шла бы ты. Наши там сейчас будут с ними сталкиваться, скорее всего. Все, хорошо. А я пока еще что-нибудь построю. Может, там фабрику снарядов или чего. У нас, в принципе, ребята молодцы, шахту отстроили. Все, так, отстроили. Я пошла в казарму. Есть какая-то еще военная фабрика? О, я не кого знаю, кого бы мне такое выбрать, как ты думаешь? А я могу... Там только двоих можно двоих выбрать. А ты кого хочешь, того и пощупай, ну, гризли, в принципе. Пускай. Да, попробуй гризли, потом поменяемся, ты будешь лучницей. Окей. Так, ладно, я ускорение могу юзать. Давай уже помогать союзнику, он, по-моему, на таран пошел. Его уже лупит, я бы даже сказал. Ай, все, отлично. Катапульта. Ай! Блин, чувак! Я построил катапульту. Отошел! Не фига знаю, там чел! Она, ресов натырил. Но она у нас будет. Помогите, я что бегу, ли? Я бегу, я прям бегу. Все, Юль, я за тебя встаю. Давай. Потому что мне тут нормальных напинали. Ой. Короче, мне напоминает Brawl Stars с чем-то, вот именно в момент сражения. А в остальном это, естественно, тут свои какие-то что нюансы. Что, мы ему надавали людей? Начал, ресурсы вези, короче. А, ну, мы-то ему надавали. А ты, кстати, вот интересно, твой герой много ли ресов может перетаскивать? Не знаю. Пока у нас не открыты такие персонажи, как, например, там, хиллер, есть и такой здесь. Так, завалили? Ну, не скажу, что уж прям много. Блин, слушай, отпор дают-то. Так. Ау, сейчас убьют. Мишка, я бегу на помощь. А, все нормально. У нас инженер есть какой-то. О, фигачил тут. Не дали мне, не дали. Единственный вопрос по всему этому, есть ли здесь кроссплей? Вот этого, к сожалению, я не знаю, если честно. Да. Чтобы прокачаться, как я понимаю, нужно подбирать после убийства персонажа какой-то шмот с него, иначе, по сути дела... Да, я вот что-то, кстати, подобрала, но я не знаю, что теперь с этим ага делать. Ага, хилимся, получается, когда не сражаемся. Итак, важная информация, ребят, не забывайте заходить в телегу. У нас в телеге есть плотное общение вместе с вами. Мы отвечаем на ваши вопросы. Ну и также выкладываем ваши работы. Ё-моё! Mm-hmm. Ну и, конечно же, у нас также в Дзене. Да, прохождение тех игр, которые в рамках Ютуба не влазят, плохо рекомендуется прохождение, поэтому самая хорошая платформа бесплатно, пожалуйста, можно посмотреть. Так, ладно. Пытаюсь тут повоевать. Так, чушка, никуда ты не уйдешь.
Все. Блин, завалит еще меня. Я тут немножечко... Ай, по мне стреляют, мужики, помогите, спасите. О, фига наш, молодец. Все, я уже 5 уровня. А, это щит, типа, прокачивается. Защита увеличивается. А как возить телегу-то? На Е попробуй. Я... А, вот, все, повезла. А то вдруг еще стырят. Все, мы тут, кстати, уже рашим. Правильно, давай. Мы уже нижнюю сторону валим. Так, все, отвезла. Давай, Юль, молодец. Все, я 7 уровня. Я пока, ну, как это сказать, занимаюсь прокачечкой. У нас тут видно, что один танк, и это хорошо. Но меня тут, конечно, жестко лупит. Все, нас сейчас тут расфигали. Да? Блин, идти на помощь. Да не, не надо, не парься. Потому что мы все полегли. Да ладно. Ага. А вот ты, у тебя не написано там, когда ты подбираешь предметы, Юль? Давай, сейчас я, погоди еще. Это, вот эти... Мне кажется, это их телега была. Давай все валим. Пойдем, кстати, что-нибудь построим. Скоммуниздил, так сказать. Ну и правильно. Смотри, вон там наши стоят. Я по трейлеру видел одну классную штучку. Смотри, если построить катапульту... Я ее построил уже. А, уже есть. Блин, ты я вторую построил. О, Мишка! Что такое? А ну отошли. Жесть. Так, я не знаю, меня загасили, блин. Что-то, если честно, этим тяжело ближнего боя. А ты, может, смени, попробуй в казарме, может, можно. Попробую. Ну, хорошо, что, кстати, катапульта у нас две штуки. Иначе кстати, пришлось бы тяжко. Башню можно прокачать, поставить ее более такого. Возрождение мне через 10 секунд. Давай, Юль. Ну тут, кстати, мощное мясо было. Я думал, здесь будут, знаешь, что эти тупорылые боты. Но здесь хорошие реальные игроки вроде как. И подбор был такой, долгий относительно. Так, сейчас я попробую, конечно, не знаю. Мне потому что что-то, тяжеловато, если честно. Ратуша, а где казарма? Блин, башню нижнюю лучше пойти. Казарма где-то... Блин, я не могу, в команде много героев данного класса написано. Ну, то есть ладно. Ты только... А лучницу, буду, значит... лучницу нельзя, да, типа? Да. Я говорю, то есть, типа, много героев некий данного баланс, класса. Некий баланс, я понял. Поэтому я, конечно, что, попытаюсь другим способом вам помочь. Хорошо. Блин, нужны детали для починки. А что за детали, интересно? Юль, без понятия, что-нибудь попроще. Надо... Блин, я никак... Надо нашим помогать. Мы уже прошли к стенке. Я тоже иду. Все, давай. Ты лучше снизу. Ты зачем через башню пошла? Юль, ты решила, короче, это там, люлей не собирать. Чуть-чуть, так скажем. Все, мы валим главное здание уже, если давай, что. Давай, а я башню. Но я сдохла, правда. Ну, на нас тут решили жестко, кстати, напасть. Ща отобьемся и развалим тут все это дело. Ну-ка, а ты тут решили подраться еще, ё-моё, да, вовремя. У нас тут ответственное вообще-то дело. Катя, вы что тут решили устроить? Я скоро появлюсь. Давайте, гасите. Ну, мы, кстати, почти уже завалили. Тут кто-то инженер, вообще классный этот перс. Перс? Угу. Но сейчас нас, походу, отгонит. Ну, вы смотри, вы почти разнесли прям. Миш, гаси сначала этого. Я завалил. Там еще... Все, осталось, все, я запускаю суператаку тут и все. И гусик. Я, правда, это себя почувствовала ложком каким-то. Реально очень тяжело вот этим ближним боем. Ой, я не посмотрел статистику, я почему-то внизу был где-то. По статистике. Кстати, у меня 34 реса добытых, 2 смерти. Ну ты молодец, Юля, как это работало. Мы, кстати, стали в бронзе. Нам за это дали золотом. И что можно делать за золотом? В общем, здесь, я вот Юле тоже параллельно объясняю, есть открыть героя, и вот мы смотрители кур пока что, я так понимаю. А, это... Это... Нормальное название. Короче, я так понял, сначала нужно одному герою все открыть, вот тут 250. Браслет воина я открыл. Так, далее. Это куда открыть героя? Да, да вот там это. Вот эти за 250 всякие кубки какие-то фигни открываешь. Вот 9 штук надо, я так понимаю, открыть. Сейчас я это сделаю быстренько. Так, а я не знаю, у меня... А вот 250, да, правильно, ты у жмешь? У меня на все сейчас не хватит, у меня только на 2 хватит. А тебе еще надо разок выиграть, и у тебя будет этот. Так, сейчас я вот просто добью, хочу посмотреть, что будет. Трон правителя я получил. Так, у меня все совмещается. Новый перс, скорее всего.
А, редкий, и вот чем он редкий? Вот этот усилился, скорее всего, но, наверное, у тебя еще один. Да, Страж Рощи, теперь я его должен прокачивать, да, да как да, бы, да, то да, есть да, для него. Но это ладно, это все понял. Я вижу, здесь еще есть облики для каждого персонажа, здесь их немало. Каждого можно. Еще боевая лама какая-то есть. Я не знаю, что это. Трактор какой-то. Тут, может, его детали собрать для трактора. Вот, наверное, только откуда их Артур взять, я не понимаю. Классно выглядит детальки все. Пока, ну, типа, ребят, если кто знает, кто в курсах, тот знает, да, то пишите. Ну, хотел странно сказать, там написано, кстати, что катапульты запускают не только снаряд, но и игроков. Ой, слушай, здесь вон есть... Да, я и хотел показать, Юль, что можно себя запустить. Здесь также есть кланы, как я вижу. Можно друг другу по ID приглашать. Можно создать свой клан. Клан Мишки Юль. Ну, я не думаю, что далеко это зайдет, хотя игрушка мне нравится на самом деле. Ладно, ждем подборчика. Так, я нового героя тут пока открыл. Получил редкого. Я не знаю, чем мне это изменилось, но теперь у меня, наверное, открылся новый герой. А, это перс, наверное. Смотри. Вот я теперь могу хилить, если что. Тут, смотрите, их всего. А у тебя, может, в обликах открылось? Сейчас да, чекну. У тебя в облике, ты когда заходишь, смотри, зайди вот в же. А, да, вот скуры появился, и да. И такой же у тебя, да, кто да, там, гризли? Гризли, да, да, красный. Я просто не сразу заметил, что они чем-то отличаются. Блин, прикинь, там гризли такой, елочный, довольно забавный, который, да, с этими... Прикольно, прикольно. Фомы, да, доисторический, вот он прям вообще топовый. Вот еще Феликс есть какой-то. Ну, героев тут не вот что прям много пока что. Ну, я слушайте, подбор около 2 минут был. Так что, в принципе, похоже на правду. Написано построить лесопилку и шахту как можно раньше. О, смотри, они о, все какие-то донатные прикатили. Да, я единственный из вас с петухом на голове каком-то. Да, вот эти корабли еще тоже являются таким донатным этим. Ну, ну как сказать донатным? Ну, чтобы немножечко покрасоваться. Ну, не, прикольно, в самом да, начале, покрасоваться, да, окей. Ну что, погнали. Короче, написано, строим лесопилку, да, в подсказках, и шахту. Ну, конечно, думаю, чтобы ресы добывались. Куда пошла? Смотрю на тебя, и такая... Так, я начинаю разбивать ресы, накладывать в телеги. Люди вот прям я сразу... Я разбиваю, вы закладываете. Они вон уже вон набрали. Нам надо было... О, я отнесу просто здесь все это. А вот это вот что? Это лесопилка? Сейчас посмотрю, сколько мы уже ресов набрали. Военная фабрика нам не нужна. Вот шахта, да, там и лесопилка первым делом. Да. Блин, 19 нужно дерева, а у нас всего 9, и камень так не отвезли. Вот отвезли сюда, ко мне надо. Еще, давайте там, вот 19. Вот ко мне идите, короче. Ой, блин, я вижу врагов. Так, давайте аккуратнее. Все, сейчас строю лесопилку в первую очередь. Я построил. Так. Осталось теперь эту. А вот ратушу что дает? Телегу как раз и трактор в ратуше. Так, они построили казарму, наши челики. А, я... Слушай, вот Харви есть герой еще, у меня открылся. Укрытие, спешка, попал. Переносит тяжелые грузы. Блин, я лучше возьму к гризли. Попробуйте. Он не зашел тогда, да, Юль? Да, но мне... Ну, было тяжеловато. Так, вот у может, него прыжок я, конечно, есть. Немножечко и... так это... Ага, не разобралась. Да ну, просто ща... ближним боем, могу сказать, тяжело. Там, когда на тебя нападают целые арабы. Согласен, есть. Отбиваться такое себе. Так, а это как-то вот добыть, наверное, можно. Так, надо катапульт построить. Сейчас я рез тут добуду, вот это все развалю. Так, наших уже там, я смотрю, кукурузит. А, ну надо наши молодцы отбиваются. Помочь. Нормально, все, они молодцы там справились. Я сейчас тут большое количество рез выбью. Блин, надо же мимо касс. Все, ты, это кто-то с телегой? А, это враги с телегой! Да ладно. Да, блин, а я немного, я всего 3 реса могу. Да. Блин, они там телегу набирают, этот пес какой-то. У меня всего 3 камня. А, вот все, вы шахту построили. Но в целом, то есть можно уже... Я вон катапульту построил снизу. Ай, ай, так, ай. У вас там уже это вообще. Сейчас загасит так. Все, я иду, держитесь. Вражескую эту поставили. Вот, стырю парочку. Так. Так, все, даже... Успел. Так. Вон они крутятся. Так, минус 1. На, женщина. Ща мы ее загрызем. Ну всё, и все. Супер. Так, Юля, а ты... Ага, вот ты лучник. Накидываем тогда на телегу тут все, что можно. Так, и тырим. И тырим. Так, слышишь, какие-то выстрелы. Ай, сейчас. Так. Ты чё, козел? Блин, нашего завалил. Ща. Он не уйдет, Идите сюда. Сейчас будем. Сейчас на меня, скорее всего, на меня. Ай, смотри, что делать, зараза. Все, на, возьми вот эту штуку. Защитил. Наешку. Фу, я поняла. Надо вести телеги, Юля, отсюда. Пока. Да. Юля, они вон уже это. Давай.
А, блин, не, уже они сейчас запушат нас. Я смотри, использовал ульту. Блин, у меня жизни мало, Юль. Сейчас убьют обоих, уходим. Мы их тем самым прокачаем. Окей, отходи, я тебя защищаю. Я вместе с телегой ухожу. Уж извините. Наш снизу есть, что я имею в виду. Ну тут, слушай, так, тут вообще так один. Все серьезно. Все, рейсики приехали. Что мы еще можем? Попробуй только. Все, я еще одну катапульту построил, если что. И с телегой поехал обратно. Ну тут нормально такая битва-то. Ну я еще камушка взяла. Ага. Ну я к вам еду вместе с телегой. Ну на всякий случай. Давай. Накидывайте давайте, что у вас там. Сверху, а не сверху. Вот здесь вот надо. Да, надо собрать сейчас. Так. Ты иди, кстати, это, отхилься, может, сейчас. На базе. Блин, ну и челы, куда вы тут вдвоем? Куда вы все ушли-то с пустыми? Ну, я тут чуть-чуть добрал. Ну все, я пошел сражаться, короче. Давай. А ты иди отхилься, если честно. Больше. Мне кажется, ресов у нас так нормально. Можно что-нибудь построить или башню улучшить, например. Так. А как их улучшать-то, кстати? К ним подходишь на Е, нажимаешь. Блин, я один на них, конечно, не смогу. Честно. А-а-а. Это же скала. Увеличить здоровье башни. Я ну вот, да, прокачивай. Одной, и надо будет еще второй. Так, эти тут... Ауч! Ладно, они сами сейчас сдохнут. Все, у двух башен улучшило здоровье. Так. Сейчас, я начинаю... Ай, что они со мной сделали? Миш, ты в порядке? Да, я хильщик валю. Все, хильщик лежит, отдыхает. Так. Минус один. Наших лупит снизу. Я иду на помощь. Блин, а я вот тут луплю. Блин, меня сейчас завалит. А чё он не... Блин, он не валится. Меня завалили, прикинь. Ой, всё, я молодец, его звали. Юля. Собирай вот эти срочные штуки, у тебя больше будет бронь. Юль, снизу помоги вот здесь. Иди к башне, отойди сейчас. К башне. И вот эту штуку подбирай. Сейчас. Блин, Юль. Отходи. Ай, отхожу. Отходи прям далеко, башня поможет. Все, молодец. Все, я молодцы. Успею тут восстановиться, да, нет? Да. Тебе нужно какое-то время без сражений побыть. А, все ясно. Лесопилку может быть еще больше. Я лесопилку прокачал и шахту прокачал. Так, ну смотри, как это пульту, я так поняла, больше нельзя прокачать. А, скорее всего, можно ее только улучшить. Нельзя, нельзя. А, слушай, выберите снаряд. Какой снаряд? Ну, вообще, я хотел себя запустить, если что так. Я еще улучшила одну башню. Блин, а как вот это? Ну, ладно. Сейчас вторую еще улучшу. Наши там пытались атаковать, и в итоге Юль сдохли. Да? Печально. Поэтому надо будет ждать, пока восстановятся. Они здесь, наши. Нужна небольшая помощь. Ай, меня развалило. Блин, жестко они, конечно. Так, вот это вот довалили, молодцы. Ай, меня убили! Правильно, кстати, делает, к нашей башне несет! Ну, не успеет, наверное. А чё он? А, он же в воздухе неуязвимый, это вообще меня бесит. Да вообще. Ну иди, блин, этот через кукурузы. 14 секунд. Кстати, хороший чел вот этот наш. О, молодцы, хорошо. Молодцы, гасите, всё. Чтобы неповадно было. Броня сбрасывается, когда ты помираешь. У-у-у, это жестко. Ладно. Так, наши уже там, смотрю, пошли вовсю. Трактор можно купить. У нас есть трактор, кстати? Нет. Я не знаю, для чего он вообще нужен, если честно. Ну, возить, блин. Наверное, больше. Ай, козел. Блин, ну как меня лупит. Да, я согласен, этот перс специфический. Вон, смотри. Юля, я не знаю, для чего он. Ой, молодец. Так ему и надо. Вон еще одна приперлась. Так, окей. Ах ты, зараза, я тебе сейчас... Все, я ее убил. Сейчас, она хилит, фига себе. Мы ее несколько Давайте, человек... Давайте, молодцы, берите все. И сейчас я стырил, сорян. А для чего... Так. Опять прется. Блин, они опять прутся, твари. Оу, жесть, нас развалит. Кстати, трактор засасывает, походу, эти... Нашу башню валит. Помогите, чем можете. Убирайте их всех. Так они потихоньку могут разгасить. Блин, и вот это вообще, он летает, его сбить нельзя. Ну что это за имба такая? Смотрите. Ну, он, конечно, смотри, что делает. Зараза. Да, сейчас. Жестко. Ну вы хотя бы живы, вам... Да. Вот, смотри. Да. Только нафига нам рез, Юля? Для чего-то надо улучшать? Прокачивать так... опять же, например. Ну я не знаю, вот телегу, казарму, что я могу сделать? Слушай, а я улучшать уже... опять же башни, например.
Попробуй сменить я героя, короче. Он стреляет, вот этот чел. Что он еще делает? Стенку, я так понимаю, и ускорение. Вот попробуй. Опять враг здесь. Опять здесь враг. Я хотя бы стрелять могу теперь. Все, пошел к черту. А то трактор что-то... это вообще имба, вот в плане собирания ресов. Иди-ка ты нафиг. Блин, Юль, твой трактор. Че он на таран тут пошел на меня, козел? Иди отсюда. Ну вот и все. Спасибо. Бери-бери. Блин, я правда откоцали. Блин, да у меня это. Вот это просто вообще. Ай! Так, спасаю трактор. Блин, добить его осталось. Гадство, не, боюсь. Пускай хилится. Блин. А чё у меня вот три циферка? А, это подбирает. Давайте, лупить его. Лупите! Есть, все, молодцы. Так. Так, башню еще прокачала. Пойду за... Блин, трактор долго, конечно. Ой, страшно. Отхиливается. Так, отлично, еще одного завалили. Блин. Ой-ой-ой. 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 Ты жив? Да как-то вот не сказать, что супер тут жив. Блин. Не, к сожалению, не смогли. Какой-то шторм начинается. Аккуратней. Так. Я отхожу. Мне тут надавали вообще жестко. Трактор, все, на место поставлен, пускай хилится. У нас вообще пока как-то ни туда, ни сюда мы не можем пробиться. Это жестко, если честно. Так, ладно. Вон начался шторм, да, я видела. А, пороховая бочка. Мина. Даже не знаю, ну, допустим, пороховая бочка. А как ее заюзать-то теперь? Ага, я построил. Ой, я поставил пороховую бочку. Ну-ка, а теперь как стрельнуть? Так, мне надо срочно этот, трактор вот сюда. А, я могу прицелиться. Смотри, я сейчас шмаляю. Давай. Блин, не. Как стрельнуть-то? А, вон спейс. Так, тут свой. Фига, она, кстати, далеко. Да? А можно по чужой башне? Можно по чужой башне стрелять, смотри. Давай. Сейчас. Давай! Полетели! Бам! Вот для чего катапульт. Это офигенная штука, слушайте. Охренеть! Ща эта башня развалится. Хорош! Ща будет вам. Блин, охренеть! Ловите, черти! Раз, два, три, бам! Сейчас ничего не останется. Бам! Еще пошла. Бам, все, башня. А трактор, знаешь, чем еще хорош? Он сам добывает ресы. Все. Че говоришь? Трактор сам ресы добывает. Ага. Ой, это тоже хорошо. Все, у меня ресов нету больше. Мне камни нужны, чтобы я мог создавать катапульту. Сейчас. Везу. Вторая... Блин! Блин, успеть бы, успеть бы, успеть так. бы. Фу, я успел довести. Сейчас. На, черт. Ну, чертил. А, не успел. Ладно. Кирдык тебе. Я иду внизу. Сейчас так, мы его Миш, запрем. Я привезла. Я его запер. Сейчас я его поймаю, собаку эту. Иди сюда, кусок. Все, сдох. Надо вот эту еще завалять. Все, ты... Ага, слушай, достаточно много. Так, сейчас еще вот этого надо только довалить. Так. Все, пойдем, супер. Может, это... А, ну да, лучше валить, потому что башни нижней нету. И они еще долго появляться будут. Да. По 30 секунд. Го. Смотри, сколько ресов, блин, валяется. Ой, да клап, так сказать. Давайте, давайте, ребята. Ну, блин, конечно, система катапульта классная. Долго. Там что-то у вас есть, если посильнее? Вон нет. Уже прет. Сейчас я перекрою, чтобы он тут обходил. Ой-ой-ой. Нормально, нормально, пока нормально. Сейчас уберем. Так. А, еще ниндзя какой-то вышел. Юля, аккуратней. Сейчас. Все, ниндзя упал. Все, дальше бьемся. Это что за троянский крокодил пришел? Ой. Ай. Ща я перекрою тут, кому смогу. Все, молодцы, всё. Молодцы. Берите броники все. Так. Надо их обязательно уничтожать, чтобы они долго появлялись. Все, забор вот осталось только пробить, блин. Почти, 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 почти. Все. Все. Перекрыл перед ним тут. Все, о, слушай, это неплохо, хрень, это фигачит по нему. Ай! Я его поймал, вот этого козла вонючего. Блин, мне сейчас загасит так. Сейчас я его завалю, все. Валим базу. Валим, 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 молодцы, молодцы. Все, осталось буквально все. Все.
Ну, кстати, порешала башня. Красавчик. Я могу сказать, очень интересно здесь. А еще, вот реально, я тебе говорю, надо обязательно трактор покупать, да, потому что молодец. Ездишь и просто сам в соло можешь добывать ресурсы. Юля 10 завалила, молодец. Да ладно. И 100 ресурсов собрала. То есть у тебя, короче, этот... Ай, да я, ай, да лучший молодец. Игрок. Класс. Ну че, блин, игруха клевая. Да. Играйте, знаете, что такая есть. Я думаю, пора заканчивать. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.